Я думаю, что в наше время вряд ли так можно так делать. Насколько я слышу, община, вот когда вы опубликовали, что я буду вот сразу, все члены общины мне сразу пишут, вот, они видели меня. Только могу пожелать с Божьей помощью, что бывает в жизни. Знаете, разные такие моменты, дай Бог, что пройдет, и будет еще сильнее, чем были до этого.